Приветствую вас, Юлия. Ну, вы знаете, сначала вам, конечно, надо бы обратиться к врачу. Это 100%. Вот, обратиться к врачу и, в общем-то, разобраться в том, что конкретно с вами происходит. Если вы себе, то будут назначены препараты, будет назначено лечение, будет назначено в том числе и психотерапия. Вот, и, соответственно, будет результат. А так, если вам говорят, что у вас ВСД, это ведь еще ничего не значит, да? То есть, ничего не значит, что вам сказали, что у вас ВСД. Сказали, как бы, вот. То есть, вопрос, он заключается, наверное, в том больше, как вы себя сами чувствуете, да, и что конкретно вы чувствуете, вот. Понимаете, ВСД всегда возникает из-за напряжения нервного, психологического. По крайней мере, такие есть основания для данного типа состояния. Вот. И вот вы говорите, что вам просто, может быть, имеет место быть паническая атака или панические атаки. Вот, так или иначе, с этими вещами нужно взаимодействовать, Юля, и работать, да? Вот, поэтому основная вам рекомендация — это обратитесь к врачу, вот, пусть у вас будет диагноз, пусть у вас будут диагнозы. Вот, и дальше вы уже сможете для себя определиться и решить, что делать дальше. Если вам назначат психотерапию, будет психотерапия. Если вам назначат лечение медикаментозное и психотерапию, то, соответственно. Вот. Я думаю, так. Собственно, к психологам у вас какой вопрос? Что вы хотите? Ну, можно спокойно поговорить обо всем, все разобрать. Вы просто в своем тексте достаточно скомканно, отрывисто очень просто всего набросали. Вот. А надо какую-то полную картину восстановить того, что с вами происходит. Вот. Ну, например, если вам говорят 3 года, что у вас ВСД, значит, 3 года назад что-то произошло, да? Вот, какая-то травма, или какое-то событие, или что-то еще. Если вы находитесь в стрессе, то из-за чего вы находитесь в стрессе? Голова грузится из-за этого или из-за чего-то другого, да? То есть вот это все нужно разобрать. Я вам рекомендую выбрать себе психолога и спокойно хотя бы одну консультацию провести, пообщаться, раскрыть, получить общую картину хотя бы для себя. И дальше уже будет видно, как и что делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и очень надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом.